Всем привет! Сегодня 7 ноября, мы в лесу, и с утра мы уже прошлись пару часов, насобирали штук 10 польских, маслят несколько и пару белых грибов, и есть зеленушка. Также нашли рыжик. И местные нам сказали, вот это вот лисичка. Не знаю, она не она, мы пробовать не будем, просто сорвали вам показать. Сейчас еще немножко пройдемся. Сегодня то пасмурно, то солнечно и ветрено. Вот он, красавец, ждали. Наконец-то дождались. О, какая нога! Это нога, у кого надо нога. Супер. С него ж течет вода, то есть влага сумасшедшая. Температура окружающей среды 10 градусов. Где грибы? Ну, вот такой маленький. Давай не брать такие, пусть да растут. Давай возьмем. Ну ладно. Ну, на последних. Он уже, видишь, этот самый желтеет такой. Вот-вот. Вот еще рядом зеленушки нашли. Какой размер тоже. Что белый, что зеленушка. Да. Зеленушка, конечно, для нее это совершенно не свойственный размер. Берем. Благодатно. Сейчас узнаем, что это за растительность. Да, это наш гриб. О, yes. Ну тоже уже желтенький, но ничего пойдет. Берем. Самые наши надежные друзья. Никогда-никогда попадаются. Есть.
ножиком надо срезать и закапывать хорошо. Какие я вилы нашла. О, пусть только кто-то подойдет. Еще один красавчик длинноногий. Забираем. О, так тут что-то несколько даже. Шляпа отвалилась. Тут что-то накручено. Его придавили. Один придавили. Ногой раздавили. Раз. Это раз. А вот он второй. Не, ну этот совсем. Жалко. Конечно, жалко. Сейчас ножку подрежу, если на что-то похоже заберем. Ну, тут вроде ничего. Да нормально что-то срежем. Она сейчас посинеет, вон, не решила. Да не, наверное, тут ей. Да ну. Хорошенький. Это размерчик подходящий. И вот он. Вот так вот. Вот это то, что надо. Слушай, удивительно, как я на него не наступил. Он такой уже старенький. Ну, наверное, уже. Ну, давай его тут оставим, пусть. Не, ну я не пойму, он, в принципе, ничего. О чем ты сказал? Ладно, потом разберемся. Ну, так о чем? Ну, нормально. Нормально подул. Он мокрый такой. Ого. Вот это форма. А где шляпа еще одна? Не знаю, наверное, там осталось. Грибаем. Забираем. Вот какой. Самым-самым. У меня есть бульон сидит. Закрываю. О, какой. Какой шикардос. На вербе распустились котики. И вот вторым заходом еще пару часов погуляли. Белые подосиновики немного, немножко зеленушки и несколько маслят насобирали. Вот это вот итог за сегодняшний день у нас.